уважаемые участники, вице-президент по продажам Avon Россия, Ольга Зонова. Всю нашу команду на нашей ежегодной конференции. И вы знаете, я так рада вас видеть. Именно в таком составе мы встречались чуть больше полугода назад. А сколько всего после этого произошло? Итак, наша конференция, она пройдет сегодня под девизом «На старт». Конечно, гонки очень созвучны нам. Мы все управляем нашим бизнесом, как скоростным болидом. Мы делаем те же самые вещи. Мы собираем экипаж, мы ищем поддержку, мы готовим команду. И мы выезжаем на трассу. Трассу 2018. И пусть эта трасса местами скоростная, не всегда легкая, но мы собираемся и движемся вперед. Вперед к новым победам! Кто к новым победам со мной? И, конечно, Avon помогает нам на каждом километре нашей трассы, на каждом сантиметре нашего пути. Помогает нам с поддержкой, помогает нам собраться вместе, чтобы достичь выдающихся показателей в нашем бизнесе. В какой бы точке России мы ни жили, с какой бы точки России мы стартовали, нам всегда поможет наша компания. И, друзья мои, прежде чем мы отправимся на старт к новым победам, нужно, конечно же, подвести итоги, хорошо ли мы прошли предыдущие трассы, внимательно изучить наш маршрут и понять, какие ресурсы у нас есть в пути, и двигаться.